Всех приветствую. Сегодня у меня вот такая вот посылочка большая. Здесь сковородка. Заказывал на Алиэкспрессе, точнее, Майл, так он там называется. Вот 10 дней назад. Дошла она за 10 дней. Доставил курьер, прямо на квартиру донес. Заплатил я за нее 1700. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Ну, заранее скажу, что где-то через полгода-год я буду делать ее обзор уже как проверено временем. Я обычно делаю дорогими относительно вещами. Сейчас я ее... Запакована она хорошо. Очень даже. Пырки сейчас, смотрите. Так, перенес это на привычное для съемок место. О, тут даже по-русски написано. Вот такой подарочек. Набор форм для печенья. Три размера. По-русски. Форм для печенья из нержавеющей стали. Отличается высокой прочностью и долговечностью. Отлично подходит для легкого приготовления оригинальных крекеров и печенья. Так, ладно. Вряд ли кто будет этим заниматься у нас. Горьки здесь реально очень много. Вот. Так. Вот сама сковорода. Ссылка на нее будет в описании, конечно. Италия, сделана в Италии. Почему-то 28 сантиметров. Почему-то здесь не по-русски, а здесь. Здесь есть интересно? Ага, перевод. Глубокая сковорода, кованый алюминий, так и размер, ручка с покрытием soft touch. Крышка, мраморное покрытие, подходит для индукционных плит. Вот как раз у нас индукционная плита. Так, вот залепили-то. Я обычно долго не ложусь этим. Такая у меня необычная сегодня распаковка. Итак, смотрим, что это все из себя представляет. Во-первых, крышка. Тут оно все тоже закреплено. Даже эти не прижато было какими-то крепышами. На вид она очень-очень красивая. Сейчас я в ней попробую приготовить себе яйцо без масла. Смотрите, крышка такая. Ну, минус, конечно, то, что как бы нет ручки. Вот, у меня была сковородка, здесь была ручка, и она ставилась. На вид она очень здоровская, кстати. Сейчас я испытаю. Пожарю себе яичницу. Так, ручка. Как написано, проведение, они нагреваются. Плюс поверхность можно царапать. Там очень много по лезву написано. Я не буду это все повторять. Прочитайте в описании. Я это в описании все ставлю. Сейчас попробую пожарить яичницу с сосисками без масла. Совсем без масла. Сейчас я ее сполосну сначала. Так, плита нагрелась. Сейчас попробуем без масла приготовить. Нет, ну все эти звуки, мало ли, она такая супер чугунная. Она вот мраморное покрытие, смотри, не пригорает пока. Сейчас я. Масло, говорят, вредно, там всякий холестерин плавает в масле. Сейчас попробуем. Это экспериментальное у нас такое. Сейчас накрою крышку. Да, пожалуйста, куда разве? А может накрыть? Накрой, пожалуйста. Любезные присоединения. Там жарится на самом сильном огне и вроде пока ничего не пригорает. Мало того, не содержит вредных веществ, какие-то тут написано. Нет кадмия, нет свинца, не деформируется, устойчиво к царапинам. Равномерный нагрев. Не пригорает. Вот мы сейчас проверим ее непригорание без масла. Масло, как видели, я не менял. Покупал за 1700. Сейчас я смотрю на... подорожало. Ну вот, смотри, ничего не пригорает, спокойно вот
отходит. Сейчас немножко это пожарится и разведу яйцо. Так как я уже поужинал, очень не ждал, сегодня привезут. Так бы я уже пожарил бы на ней. Так, разбиваю. Это маленькая яичко. Чпах. Во. Белок сразу же начал жариться. Но я обычно в этот момент выключаю плиту полностью. Что она доходит. Пожалуйста. Смотрим. Так. Ну это я не люблю, когда она слишком зажаренная. И я обычно ее не солю. Так как яйца и так соль содержится. Сейчас, мне кажется, уже ее все пора доставать. Сейчас я тарелку возьму. Повторяюсь, там не было ни капли масла. О! Яйцо снялось просто идеально. Теперь могу готовить без масла. Так, такая туда сковорода. Так, смотрите, как она стала чистая. И вот яйцо. Перемещусь. Смотрите, как все нормально, все хорошо приготовилось, особо не зажаренное. И яйцо снято. Вот такая у меня сегодня распаковка и обзор. Где-то через год-полгода я сделаю второй выпуск по рыбсковородку. Будет называться «Проверено времени». Надеюсь, она доживет до того момента. Будем активно использовать. Готовить.